Вітаю глядачів. В ефірі програма «10 хвилин». У студії ведучий Антон Глущенко. Сьогоднішня тема – історична спадщина міста, яка нерідко, на жаль, буває кривавою. Криворізький голокост – трагічна сторінка історії. Більше про події Другої світової у розрізі Криворіжжя дізнаємось у Лірона Едері, голови організації «Асоціація розвитку єврейських громад в Україні» і головного рабина Кривого Рогу. Мої вітання. Пане рабине, тож як так трапилось, як це було можливим, щоб така трагічна сторінка в історії взагалі відбулася? Ну, на самом деле, я считаю, что ответ очень на поверхность. Можете смотреть катастрофы, которые происходят сейчас в мире, и спросить той же вопрос. В Сирии в последние несколько лет погибли больше миллиона человек. Кто об этом говорит? Никто. И также страна за страной, в Африке, в которой мы смотрим и видим такую ситуацию. Мы должны понимать, что мир, когда не касается к нему вопрос, он очень равнодушный. А по поводу местных людей, мы сейчас находимся по эпицентру эпидемии коронавирус. И мы можем наблюдать за три типа людей. Есть люди, которые отрицают все, не существует. Да, все глупость. Они найдут, что какой-то виноват, какой-то китаец. Завжди є 5% таких людей. Так, да, это очень много людей. Они отрицают все. Почему? Они боятся. Боятся очевидный ответ, взят ответственности на жизни, последствия, которые будут, если бы все правильно. Другая сторона тех, которые боятся все. Они закрываются, они находятся дома, боятся шевелиться, постоянно в панике. Я знаю несколько человек, которые реально были вынуждены обратиться к профессиональной помощи, психиатры. А есть немного людей, к сожалению, в обществе, которые принимают информацию, обрабатывают ее и пытаются найти какие-то определенные ответы. Поэтому, когда мы говорим о катастрофе, которая происходит, Украина испытывала до недавнего времени Холокостом сокрушительные потери. Много-много семей потеряли отцов, были вынуждены убежать из дома. Была война. И посередине этого война и ужаса, и страха берут определенную часть общества, который не всегда был очень любимый всех частей общества, евреев и цыганов в то время, и пытают их уничтожать. Поэтому сказать, что у меня есть огромная претензия всех людей, живущих на то время, я бы не сказал. Я считаю, что виноваты тем, которые это совершили, которые участвовали в этом осознанно. Вот эти люди, конечно, надо покорять. А остальные, надо понимать, что общественное поведение ведет себя не всегда, как хотелось бы. В такому випадку питання, що робити, щоб не допустити такого ще раз? Питатися воспитувати себе і своїх близьких, бути неравнодушним. Когда видите и чувствуете горе чужой, не проходить мимо. Наблюдать и понимать, почему это происходит. И постараться снижать любого угнетения и межнациональности. Очень легко объяснить, что кто-то враг народа. Очень тяжело воспринимать всех. Вот этого тяжелый путь нам надо воспитывать наших детей. Понимать, что у каждого есть свое право на мнение, на взгляде, на язык, на восприятие. И тогда мы воспитываем спокойное, взвешенное и восприятие, общество, которое способно воспринимать других. За час Другої світової у Кривому Розі загинуло більше 15 тисяч євреїв. Ви вважаєте, що можна вплинути якимось чином розказати людям, що треба робити, щоб такого більше не було? Це ж колосальна цифра – 15 тисяч чоловік. Чи може одна людина змінити щось? Чи треба кардинальні якісь заходи, скажімо так? Посмотрите, ви говорите о 15 тисяч євреїв, які погибли в Кривому Розі і в села в окруженні Кривому Розі. Криворізький район, так. Но ми говоримо о практично 1,5 мільйона євреїв по всьому Україну.
это не вообще неимоверная цифра. Мы говорим о сумасшедшей цифре. Мы говорим о часть общества, которое находилось в несколько села, в 90% общества. То есть они стерты из лица земли. Целые села, целые маленьких городов, которые окружали в том числе Криворог, если это было Широко, Новая Израиловская, и много-много-много до Херсона и до границы с Россией. Это очень много. Как это происходит? Это происходит, когда есть очень страшная агитация против определенных разрезов общества, которые переводят со всеми его взглядами еще страх и сеет паника у людей, и путает их мысли и сопротивление. Когда он очень организован, как немцы в то время были очень организованы, как они собирают это все правильно и делают все точно по их пониманию, и вводят просто тысячи людей в одна колонна на центральное место, то есть говорим о Ленина, то есть улица Ленина, шли 15 тысяч человек хором, просто один за другому. Їх вели звичайні криворіжці, да. Звичайні люди, наші мешканці нашого міста. Я би не хотів, не тому, що мені страшно винити кого-то, тому що це не потрібно зараз. Ми знаємо, що виноваті в цьому була ідеологічна німці, который был очень-очень сильно воспитанный нацистской идеологией. Если к ним присоединились какие-то люди, которые были тоже криворожское общество, да, были. Почему они такие были? Ну, всегда есть плохие люди в любое общество. Но виноваты в этом немцы. Тобто, можно сказать, это просто были заплутанные люди, которые не знали, возможно, до конца, что они делают. Всегда есть плохие люди, которые соединяются к плохим мыслям, к плохой идеологии. И такие же были несколько криворожане. Но я уверен, что криворожане в основном были правильные люди. Я расскажу вам интересную историю. Так, пожалуйста. Рядом с нашей синагогой был какой-то маленький домик, который пришлось просто снести. Ну, подготовка к строительству. Когда я находился рядом с площадкой, и бульдозер пришел снести дом, рядом со мной стоял один мужчина, старый человек. И он говорит, что вы сейчас разрушаете дом моих родителей. И там, и он меня показывает, есть двойная стена. Потому что моя учительница из Центрально-городской лицей была еврейка. Она была учитель математика. И мои родители спрятали ее между этих стен. Это тоже криворожан. Это основная масса криворожан. Это было смутное место, которое под сумасшедший пресс и давление моральное довели людей делать очень много хороших и плохих вещей. И среди них были и плохие. Что ж, останнє питання до вас. Як зараз вшановують пам'ять тих подій? Я думаю, что в наше поколение и память должна быть в воспитании. Память должна быть потребоваться у каждого из граждан Кривого Рога не повторить этих ошибки. Вот нам нужен спокойный город. Нам нужно спокойно между людьми. Нам не надо угнетения, нам не надо скандали. Нам не нужно ссоры на почве язык, на почве разделения, на почве национальных каких-то взглядов. Мы должны понимать, мы тут 700 тысяч граждан Кривого Рога, один орган. Орган, который б'ється вместе. Пане Рабине, дякую за бесіду. Ефірний час закінчується. Гостем студії сьогодні був Лірон Едері, голова організації Асоціації розвитку єврейських громад в Україні, головний рабин Кривого Рогу. У студії працював Антон Глущенко. Побачимось.